Всем здорово! С вами, как всегда, Алекс. И мы начали играть в Scavenger, значит, новый Battle Royale. Значит, что тут надо сделать? Собрать данные. Как можно больше отправить их на вышку, я так понял, куда-то там, что-то там делать. Опа, тут кто-то... Кто-то что-то сделал. В общем, и, естественно, сражаться с другими командами. Ой, класс. У меня УЗИшка есть. Сбор. Так, есть килка какая-то непонятная. Что это? Опа. А еще одна осталась. Да, это что-то... Так, бинты. Бинты мне нужны. Что там? Тяжелые пули. Значит, собираем припасы, идем за данными, значит, убиваем ботов, сражаемся с другими командами, и я надеюсь, ты свой лайк как бы мне поставил, потому что твой лайк я очень ценю. И не забывай прожать его. А я тебе скажу спасибо. В общем, прямо сейчас говорю спасибо, и мы начинаем играть в Scavengers. Не знаю, как насчет... шипастый лук. Да не, мне два лука не надо. Мне, да, надо один лук. Желательно какое-то оружие скрафтить. Я помню, могу как-то крафтить. А что-то игра опять на каком-то... Что это сделали? Ёпэ! Это что было? А где мой этот рандомчик, мой тиммейт? Что-то делает здесь или? Пойду я к костру, короче, я не знаю, что за буря. Ну, я полностью игру эту еще, ну, как бы я не знаю. Я не знаю, что здесь. А, вот здесь есть данные. Никто не хочет. Один куда-то в эту сторону бежит. Ну, в общем, тут фактически скрестили, значит, Apex Legend. Немного Fortnite, наверное. Возможно, еще немножко что-то с добычи взяли, типа как Warzone. Но, в принципе, игра неплохая. В принципе, игра неплохая. Вот такой подкат у меня даже есть. Так, а нас двое всего, да? Я что-то думал, нас трое. Вообще-то все команды по три. А один, значит, куда-то слился, походу. Непонятно. Значит, вот это непонятно мне. У меня есть щит на Q, я вижу, да. На троечку у меня ничего нету. На F или на C я, по-моему, могу что-то крафтить. Да, нужен уровень 2, вот. Дабы получить уровень 2, значит, я должен убить NPC. Ну или игрока какого-то. Но игрока это вряд ли. Мы на 20 месте, потому что мы нихера не сделали еще. Ну а я, в принципе, нихера не умею делать здесь еще. Потому что это мой третий раз. А кто это бежит там? Это ж не мой NPC, я вообще не понимаю, что здесь. А можно с лука попробовать? Я могу с лука попробовать, алло. На единичку включиться могу, я что застрял-то? На I1 включись, пожалуйста. Что происходит здесь? Это что такое? Я не мог ничего сделать. Значит, один игрок какой-то не наш бежал, 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 значит, постоянно по нему все лупили. Значит, вот такая вот фигня. Я вообще ничего не могу сделать. Как бы я не мог на лук включиться, только с этой херней стрелял. В общем, ну, как-то вот такое начало.
Я не знаю, сейчас начнем заново, наверное. Итак, значит, ребята, попытка номер два в игре. Ранний доступ вроде только, да, появился. Опа, подгрузки пошли. А уже есть какие-то, значит, четырюги. То я не мог оружие набрать, то один постоянно бежит куда-то. Вообще непонятно, что здесь происходит иногда. Но, тем не менее, попытка номер два. И мы начали вот с новыми рандомами. Рандомов я уж выбрать не могу. Поэтому читеры, не читеры, я понятия не имею. Я думаю, нам сюда надо. Вот наша метка. Там кто-то бегает. У меня лук и пистолет. Так, менять. О, менять я теперь могу. Теперь я менять могу. А то я, значит, поменять не мог. Один постоянно в щите куда-то бежит. Но такое тоже надо смотреть, как бы, да? Не знаю, написать разработчикам, мне кажется, не стоит. Это мелочь, но приятная мелочь, да. Какие-то читеры или что, или игра поломалась уже в раннем доступе. Нифига себе. Я сделал щит. Бинт мне. Так, бля, отойди. Так, уровень нужен, да? Давай бинтом заюзаемся, так, все. Ой-ой-ой. Можно мне заменить пистолетик на вот эту вот. Трещотка мне очень нравится. Я в итоге не вижу никого там. Блядь, вот эти подгрузки, честно говоря, задолбали. Вот оно подгружается, FPS причем. FPS стабильно. Ёпта. А чё ты, дурак, стоишь здесь? Ёпта. Здесь, опа, здесь чужой. Я не заметил. Так, данные достаем. Так, чё здесь? Трещотка. У меня трещотка есть уже. Правильно? У меня тоже трещотка. Трещотка. Чё, фиговая трещотка разве? Ну, у меня другого нету. И здесь трещотка. Мне патрики только надо. С этих убитых... Опа, еще трещотка. Чё-то какой-то ребаланс оружия, мне кажется, здесь, да? Или нет? Кто-то замерз у нас уже. Кто-то замерз. Я здесь ничего не найти не могу. Ага, вот. Вот так. Это чистильщик мне не надо. Трещотка лучше. Мне что-то помассивнее найти здесь. Значит, что тут сделать надо? Здесь надо победить, собрать ресурсы и победить чужую команду. В принципе, то же самое, как в Warzone добыча. Да, как в Apex есть иногда такие же. В принципе, очень похожие. Игры, где надо собрать ресурсы, победить и остаться живым. Вот и все. Так, здесь огонь есть, да? Зажечь еще очаг. Очаг зажигаю. Отогреваемся, так. Хотя я вроде нагретый, да? Я не знаю, может им показать, что здесь очаг есть. Как показывать на Alt? Не-а. Не знаю. Так, ладно. Продолжаем набирать патрики. Все, что есть. Бля, здесь как будто бы тень чата ходит, не? Или мне кажется так? Опа, здесь точно кто-то был.
Так, Сугай нам машинку взял, да? Так, ну эта машинка, это хорошо. И я думаю, так, зона идет. Я думаю, что нам не туда надо идти. Нам вот сюда надо идти. Вот, вот туда вот. По большому счету. Слушай, а неплохо, по красоте здесь все. Опа, я летаю. Значит, умереть здесь. Сесть в транспорт. Опа, я сел, нифига себе. Значит, вот это настоящий, значит, королевский битва. Так, ну транспорты ездят. Я когда-то вот в демке этой, да, в ранней, пробовал. Ну, так себе, если честно. Давай, поехали сюда. Будем здесь сейчас. Alert level low. Почему игра не на русском? Я, честно говоря, не сильно понял. Блять, мне броню надо. Здесь есть ресурсы, вот. Нифига себе. Я сделаю щит, пожалуй. Так, все. О, новый уровень. Так, на С, что я могу? Конечно, улучшение щита, наверное, сделаю. Потому что щита у меня вообще нифига нету. Мне патрончиков бы. Немного. Так, здесь обшустрили все. Мои друзья, ребята. Так, вот этих ботов мы перебили, значит, NPC. Здесь. Либо кто-то... Нет, кто-то стреляет еще. Опа, снайпер какой-то. Ну, это тоже бот. Так, С. Улучшение щита 2. Давай, потому что... Опа. Щит здесь очень важен. Ну, в принципе, оружие. У меня дробаш просто, блин. Я, честно говоря, к дробашам, вы знаете, как отношусь. Ну, вряд ли мы эту королевскую битву осилим. Потому что я не сильно понимаю еще, как бы, механик этих, да, прогрузок. Вообще, как бы, ну, мы попробуем. Так, вот. Так, я забрал. Я забрал. Здесь еще кто-то что-то получает, по-моему, да? Или не получает? Вот здесь вот что-то есть. 50 метров. Ага, так, есть. Так, подожди. Я бегу. Я сажусь. Оп! Ёпта. Все, погнали. Погнали! У-у-у! Так, ну она то на русском, то не на русском. Я что-то не сильно понимаю, как это работает, конечно, да? Так, куда мы едем? Бури. Зона, может, сюда? Или вот сюда вот? А, мы здесь, да? Так, блядь, а выйди, пожалуйста. Она так туго выходит иногда. Ну, это, наверное, с игрой проблема какая-то. Так, вот наши... Ух ты, бля! Блядь, то NPC или игрок там? Ёпта. Давай, я тебя могу оживить? Так, то походу игрок какой-то там сидит. Just
А чё, я за защитным этим. Ты посмотри, пабгер какой, короче. Сел, да? Я понял. Ёпта! Прыгай! А я чё, сам опять? Блядь, вот эти лаги, конечно. Лаги эти, да. Тиммейты еще какие-то. Хер его знает. Бля! Тиммейты какие-то взяли, умерли все. Возрождение, соуч, какой-то один живой, да? Так, значит, здесь враг. Где нет врага? Куда я еду? Ау, блядь! Ты не разобьешься хоть? Я так понял, все. Транспорта больше нет, и патронов у меня мало очень, да? Поэтому патроны экономим. Два патрона. Если не найду, придется дробовик или что делать. А я не нашел. Ладно, возьмем пока лук. Здесь каз стоит. Он просто стоит. А почему он просто стоит, я не знаю. Мы на 11 месте пока. Чё стоит каз? Чё он делает? Так, а где я? Вот это вот... Ага, вот я. А это чё? Давай сюда, на фиолетовую пойдем. Я не знаю, чё это. Где моя метка? Вот. Где? Вот я оранжевый, да? На оранжевый пойдем. Я не знаю, что с моими рандомами не так. Почему они не стреляли? Как бы там все со снайперками такие были. У меня энергии мало. Так, мало энергии, значит. Это NPC, да? Блядь, мне можно патронов? Два патрона. Так, да ну его нафиг, надо спрятаться. Во-первых, я замерзать начинаю. Так, отогреваемся. Отогреваемся. Бля, лук стреляет так себе. Ж какое упреждение надо брать. Хотя стрела вроде ровно летит. Я не могу понять, надо ровно стрелять или нет. Опа, есть. Так. Есть патрики здесь. Здесь ни хера нету, да? Саугай стоит там. Почему они стоят на месте, я не могу понять. Я пойду все-таки посмотрю, что у меня там есть. Вот. Здесь, значит, что-то есть. Почему они стоят, не играют? Почему только я играю? Значит, здесь стрелы. Так, почему этого оружия нету у меня? Почему нет патронов? Они замерзают там, посмотри, отогреваются. Черт знает, что делают. А вот что здесь вот? Что это за фиолетовая отметка, я никогда не видел. Так, ну мне лук надо взять, да? Либо я сделать что-то могу. Ну давай, разрушитель. Место лука. Так, так, так. Алекс Гейм, ничего себе, мы на 8-м месте. Так, ты разрушитель делаешь, не? А, 12 секунд, да.
Может, у меня патроны к Дробочанскому есть. Те замерзают тупо там, что-то где-то, блин. Да что за рандом это? 4 секунды. Так, а здесь оружие фиолетовое. Написано. Хранитель? А, мне подожди, мне надо... Лома. Требуется больше лома, да? Так, ну, для Дробочанского у меня есть. Мне надо лом. Где я лом могу достать? Я думал, у меня много лома. И это там фиолетовое оружие. И это наш топ-1, да? Но если бы рандомы что-то делали, я не знаю, где они. Почему они не здесь? Где они? А, вот один. Вот второй или что? 1000 вот что-то идет, блядь. Я фиг его знает, как им сказать, что. Они просто, значит... О, есть. Они просто, короче, я не знаю, что они делают. Но они просто сидят. Холодно тебе, да? На, нагрейся. А они умирают там, да? Да фиг, я не буду возрождать больше их, наверное. Ну а толку, бля? От таких тиммейтов надо найти что-то другое, значит. Даже я, блин, в принципе, да, со своим 3-м разом. А как попасть сюда? Понимаю, что здесь надо что-то делать. Так, консервы. Это хорошо. Так, это хорошо. У меня есть еще сундучок. Не забыть бы за него, да? А ну, давай, дробаш достанем. Не, нифига. Дробаш, классно. Ну, вот это получше, детка. Как быстрый доступ открыть, я что-то не понимаю. На троечку у меня ничего нету. Купол у меня есть. Значит, огонь есть, тепло есть. Тиммейты... я затрудняюсь. А, вот они бегут. Бегите туда, значит, я туда побегу. Ёпэ. Волка не хватало. А вот это что разбитое? Я просто, ну, серьезно, 3-й раз играю. Я без вас не играл здесь. Я вот понимаю, что драться надо здесь, конечно, с чужими игроками. Я пытаюсь. Я достиг уровня. У меня есть броня. У моих тиммейтов пока ничего нету, что-то. Еще и больше всего ресурсов у меня, да? И мы на 9-м месте. А, но я хочу еще больше. Вот здесь вот что-то есть. Здесь что-то есть, но здесь могут быть и игроки. Так, я устал, я не знаю, что с этим делать. Это кто там? Это что там? Это хранилище, так. Доставай, доставай. Так, по сторонам смотрите там. Ураган 5-й категории. Так, нам надо... Подожди, а мы в зоне? Ага, нам надо... Давай вот сюда вот. Вот сюда, тут, где я был. Там, по крайней мере, нет никого. Десантный корабль, доберитесь. Опа! А туда десантный корабль прибывает. Сейчас битва будет, значит. Не на жизнь, а на смерть. Значит, у меня мало энергии. Очень мало энергии. Корабль прибывает почти туда, куда я поставил метку, значит. На 6-м месте мы. На 6-м месте по сбору ресурсов. Но выживем мы... Блять, почему оно подлагивает, когда корабль прилетает? До взлета 4 минуты. Значит, нам надо успеть на корабль. Судя по тому, что я видел уже за сегодня здесь читеров всяких, фигитеров, я не знаю, доберемся мы, не доберемся.
Пока никого не вижу. Я не знаю, как энергию мне восполнить. Если честно, я что-то это в обучении пропустил, наверное. Костер может, не? А, может попитаться, подожди, у меня что-то есть. Улучшенный рацион. Вот это вот улучшенный рацион, да? Опа, он энергию восстанавливает. Ёпэ, тиммейта убили. Это нехорошо. Значит, сейчас будет бой, вот десантный корабль. 3 минуты осталось. Ну, внутри сейчас будет жесть, здесь будет снайперов куча. Давай, жри. Открытие. А чё никто не открыл? Фиг его знает. Успею я капитулироваться или нет? Если чё, я купол могу сделать, в принципе. Я не знаю, как он спасет, не спасет. Вон игрок прибежал. Побежал, значит. Так, 3 минуты. Купол, я не знаю, сколько действует. Но чувствую, придется его сейчас сделать, купол. Моих тиммейтов ни одного нет. Ёпта. Ну, все, тут я ничего не мог сделать. Есть мои тиммейты, подожди. Значит, я сейчас возражусь еще. Нихера себе игра, блядь. У нее есть большой потенциал. Если б не читеры, конечно. Если б не читеры. Так, это один из моих. Я возрождаюсь, да? Где я возрождаюсь, непонятно. До взлета 2 минуты осталось. Значит, я, наверное, рано зашел, потому что я никогда не заходил. Вот он видит, да, каких-то, но это NPC. Это NPC. А как тот меня увидел, если я его не видел? Я что-то не сильно понимаю. О, значит, одного мы потеряли. Я через 20 секунд возрождусь, блядь, ёпта. Вряд ли это игрок был, это NPC такие красивые здесь. Так, давай, 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 давай. Давай. Я не знаю, что они стояли, почему здесь читеров так много. Опа, я возродился. Где корабль? А, я далеко возродился, наверное, да? Черт возьми, да? Я не успею. До корабля 300 метров, да вы чё, минута, я не успею. Как я успею? Вы чё, издеваетесь? Но если тут горка, мне повезет, и я успею, как бы. Вот так вот. 146 метров. Я успеваю. Так. Пожалуйста, добеги. Могу не добежать. 12 секунд. Я реально не успеваю. Так, кто-то Кас успел. Кас, пожалуйста, успей, я не могу. Я успел или нет? Успешная эвакуация, я, по-моему, успел.
Так, Алекс Гейм Газ, мы на каком? На 9 месте, короче. А не, я не успел, походу. Но я уже запрыгнул как бы на кораблик, я не знаю, одной ногой, одним яйцом. В общем, я, как бы говоря, наверное, успел. В общем, в этой катке мы посмотрели и на читеров странных. Вообще, блядь, игра себя ведет по-странному иногда, но это все-таки ранний доступ, как бы. Поэтому, ребята, не забывайте про свой драгоценный лайк, твой лайк, я всегда ценю. А с вами был, как всегда, Алекс. Пока-пока, увидимся.